У современной камеры масса технических возможностей, да и программы обработки фотографий не отстают в развитии. И лишь немногие художники-мастера своего дела придерживаются в некоторых работах старой техники. Терпеливо дожидаются момента, когда природа сама подскажет неподвластной никакой технике единственный и неповторимый момент. Именно такого творческого принципа придерживался фотограф Юрий Игова, когда готовил выставку, посвященную эстонскому пейзажу. Он сумел разглядеть все потаенные и необычайно красивые тайны природы, которые не нуждались ни в каком дополнении. Однако его работа удивительна еще и потому, что, как признается сам Юрий, он не профессионал, а просто любитель, который трепетно относится к природе и готов часами, например, сидеть на болоте и ждать заката или рассвета. Я не фотограф, я ж просто любитель и самый обыкновенный человек. Только часто бываю на природе, и в этом виновата только матушка природа, потому что я природу очень люблю и вижу, значит, замечаю и умею смотреть, я так считаю. А это все остальное, это дело техники, тут ничего сложного нет. Если фотоаппарат при себе, тогда только нажать на спусковую кнопочку, и получается картинка. Это большое искусство уловить и передать переменчивость цвета, игру теней, симфонию красок именно так, как есть на самом деле, оригинал природы. Не прибегая к помощи фотошопа и прочим современным ухищрениям. Ни фильтры, обработки, прожектора и многое другое не были использованы в работах Юри. И по мнению специалистов в области фотоискусства, именно поэтому пейзажи, представленные на выставке, естественны и красивы той уникальной красотой, которая свойственна только природе. Выставку, открывшуюся в Русском театре Таллина, можно будет посетить до 22 ноября. Кстати, увидеть работы смогут и все те, кто придет на спектакль Русского театра. Екатерина Плехова, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.